В эти дни в Петербурге проходит конкурс «Учитель года России». Напомним, от Ямала в нем участвует учитель губкинской школы Татьяна Шмаленюк. На официальной странице всероссийского конкурса в сети ВКонтакте размещены видеоролики конкурсантов и проходит голосование в поддержку участников конкурса. Для того, чтобы лайк был засчитан, нужно просмотреть сам ролик и потом поставить отметку «Нравится». Давайте поддержим Татьяну Шмаленюк.